Ужасно. Это как в фильмах показывают последние дни планеты. То же самое было здесь. Голодные. Вон, дитё плакало, когда возле дома падало. Думали, что все уже конец, когда гряды сыпали. Это было... Это неописуемо. Это должен испытать тот, кто здесь был. А так словами это не объяснишь. Это очень ужасно. Была бойня. Страшное дело. Когда мины над головой летали. Мины, снаряды, все, все такое, что не пережить. Ну, выдержали. Мина разорвалась в 8 метрах от меня. И я не успел в погреб, ну, то есть в подвал залезть, когда оно мне в лицо, жар в лицо прямо пыхнул. Ну, ничего. Слава Богу, все будет нормально. Я сам справлюсь, что вы знаете? А наверх закидывать ты сам будешь? Да. Все нормально, брат, не слышишь.